Для системы образования Брестской области 2022 год выдался очень насыщенным и успешным. Учащиеся региона стали обладателями 70 дипломов заключительного республиканского этапа Олимпиады по учебным предметам. Получили 8 дипломов международных олимпиад, 44 стубальных сертификата. В том числе тремя учащимися был получен двойной стубальный результат. И это далеко не все успехи, которых удалось достичь благодаря высокому профессионализму педагогов и качественному выполнению поставленных задач. Брестчане, как всегда, сработали достаточно качественно при реализации программ дошкольного образования, общего среднего образования, профессионально-технического, среднеспециального. В целом выглядит очень неплохо на фоне образовательной системы Республики Беларусь. Это укрепление материально-технической базы и новое строительство учреждений общего среднего образования. Было построено в регионе две школы, составляет 50% от всех новостроек в 2022 году, которые были открыты по всем регионам Республики Беларусь. Определенные успехи есть в олимпиадном движении, в исследовательских конференциях, подготовке профессиональных кадров. То есть здесь Брестская область выглядит всегда уверенно и достойно на этих позициях. Брестская область также стала активным участником реализации пилотного проекта Министерства образования, который продлится до мая 2023 года. Его цель – опробовать новые технологии и принципы организации школьного питания на базе учреждений образования региона, чтобы, начиная с нового учебного года, лучшие наработки внедрить по всей Беларуси. Этот учебный год станет знаковым еще и потому, что впервые выпускные экзамены пройдут в новой форме. В генеральной репетиции централизованного экзамена в Брестской области приняли участие более 9 тысяч учащихся. 28 января во всей республике и в Брестской области был проведен репетиционный централизованный экзамен. 9192 учащихся Брестской области приняли участие в репетиции экзамена в 17 пунктах проведения централизованного экзамена. Это 4 наших университета, 8 учреждений среднего специального образования, колледжи и 5 учреждений общего среднего образования. Что касается задач на 2023 год, основной акцент на коллегии был сделан на движении вперед и дальнейшем развитии потенциала Брестского региона. К счастью, и кадровая, и методическая составляющая системы образования области оставляют большой задел на будущее и позволяют реализовать намеченное. Основные задачи на 2023 год – поддерживать также на высоком уровне качество образовательной подготовки в учреждениях всех уровней. Естественно, мы продолжаем строительство объектов сферы образования, обеспечение шаговой доступности детьми, нуждающимися в учреждениях дошкольного образования, повышение методического уровня учителей, хотя мы уже говорили сегодня, что методический уровень учителей в республике на хорошем счету, на первых позициях, потому что практически 82% педагогов имеют первую и высшую квалификационные категории. Будет продолжена и дальнейшая работа по усовершенствованию нормативных локальных документов в соответствии с новым кодексом об образовании Республики Беларусь. Людмила Лагодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.